квест. Задача з багатьма невідомими, як же формується квест і взагалі на що треба звертати увагу, аби його таки перемогти. Саме з цим питанням звертаємось до гостя, який прийшов до нашої студії. Ігор Кочет, організатор квестів. Дуже раді вас бачити. Квест, взагалі, він формує наші думки, уяву, він розвиває розумову діяльність і взагалі реакцію, швидкість і все-все. Так? Тож ви формуєте і створюєте квести. Да. Наскільки це вас охопило, як засновника? Ну, це подобається мені, і саме головне, що це подобається людям, які участвують в цих квестах. Соответственно, ну, само, собственно, поняття квест – це якесь таке іскусственно створене препятствие, да? І люди приходять і преодолевають ці препятствия, да? То есть вони іщуть там, розгадують. То есть, ну, у нас виїзні квести, специфіка така. Вот, соответственно, люди іщуть на території там наші задання, знаходять їх, розгадують, і саме головне, что получают от этого удовольствие. Вот. И это вот так вдохновляет то, что есть люди, которым нравится такой мыслительный процесс вот такого разгадывания. Это классно. Так, це дуже класно, дуже, дуже добре, що є такі варіанти для нашого життя, тому що все в телефонах, ну, це не дуже добре, так? Ми вже занурились. Смотря как. То есть у меня есть и онлайновый вариант, и, ну, и офлайновый, точнее, и онлайновый вариант, когда квесты заводятся в телефон, и можно просто как телефон, как инструмент, скажем так, для прохождения квестов. Поэтому ничего себе. Тобто ви придумуєте з різних боків цей жанр. Да, разные варианты. И телефон это не как какое-то препятствие, наоборот, как помогатор, да, для прохождения квестов. Зрозуміло. Поэтому... А так це для того, щоб все це зробити, треба самому спочатку пройти усі випробування, да, так? Да, да. Настільки думати наперед. Не знаю, там, на скільки кроків, щоб все це розробити. Ну, прописуються варіанти, потім смотрю, як люди проходять, що понятно, що непонятно. Некоторі завдання десь упрощаю, десь, наприклад, слишком легкі, наоборот, усложняю. Тобто все має бути в такому балансі, тому що якщо слишком легкі завдання, да, то как бы неінтересно. Якщо слишком сложні завдання, які невозможно розгадати, люди теж потеряють інтерес. Понятно, що завдання, ну, в смысле, люди різні, да, то, що для кого-то дуже легко, для кого-то очень сложно, но в среднем вот какая-то есть некая средняя такая. Шукаете такий баланс, да, так? Да, да, баланс між одним і іншим. Легко, сложно, а взагалі багато прописано вже сценаріїв там для різних квестів. У вас вони свої. Розробляєте щось, а звідки ви берете ті ідеї? Идеи случайно появляются, бывает вот самое, например, там какую-то там трудную там тему квеста, к примеру, да, придумать, ну, одно из таких любимых, ну, что-то такие думали, так, провести квест, какое же название? И у меня так бросается взгляд на коробочку, в которой там я заказывал ради детальки, и там надпись такая, осторожно не ронять. Я думаю, о, классное название! И придумали квест с таким названием, осторожно не ронять, и использовали всякие такие предметы, ну, типа такие стеклянные, какие-то такие, которые, винчестер, который нельзя там ронять. Ну, то есть обыграли разные предметы, которые вот так вот нельзя ронять. То есть, соответственно, тема квеста придумывается, ну, вот так, ну, спонтанно. Ну, так, звичайно, це ж дуже цікаво. Або, можливо, так все тримати в руках, не опускати. Бувають такі завдання теж, щоб, наприклад, тримати свою увагу, так, зосередженість на чомусь, і в той же час виконувати дії якісь робити. Ну, это всегда так, по сути, у людей концентрация внимания на чем-то происходит, ну, то есть они же соревнуются с другими людьми, соответственно, то есть уже стараются максимально так, там, ну, обычно у нас, так как у нас выездные, да, нужно находить эти локации на территории, соответственно, люди держат в голове карту местности, где же у них там следующие точки, да, и в то же время пока там разгадывают, контролируют, где же дальше, куда бежать. А сколько часу дается на разгадывание такого квеста? Ну, по-разному. В среднем обычно квест, если это брать пеший квест, да, то это он длится там 1,5–2 часа. А, вот, если это, допустим, авто, там, велоквест, это 3, 4, 5 часов, ну, в зависимости от того, какая специфика. Ну, потому что если то, что связано с транспортными какими-то этими, у них там час-два это чисто еще передвижение занимает. Поэтому, если, например, сделать там 2 часа, люди только доедут, скажем так, до локации, уже время вышло. Поэтому там время больше. Більше ви так тримаете увагу на молоді, чи для різного віку створюєте квести? Для разного возраста, поэтому... Дитячі теж є? Дитячі? Детский, да, детский больше другая специфика. Мне больше нравится делать взрослые квесты, потому что там именно можно позагадывать
загадывать задания сложные, что-то обыграть, то есть больше вариантов, да, скажем так. Детские у них немножко свои, у них больше такой развлекательный момент. Вот, ну, лично мне нравится больше делать взрослые. Это же вы за несколько дней готуете это все? Да, приезжаете туда, выгружаетесь, берете с собой реквизит, так? Да, да, да. Ну, есть вещи, которые... ну, есть уже просто готовые такие сценарии, да, когда мы приезжаем там на любую территорию, эти штуки всякие расставили, и, соответственно, ну, как бы провели, да, мероприятие. Вот, есть форматы, когда приезжаем на местность, именно с теми предметами, которые есть там, ну, вот там это обыгрываем. Ну, по сути, предварительно подготовка есть. Все равно, что ты едете, дивитесь, что там есть на этой местности. Треба, чем страшнее, тем краще местность. Чем местность. Ну, да, бывает так, что местность, скажем так, с какими-то интересными вот артефактами, да, мы когда-то проводили квест, такая заброшенная турбаза, ну, туда никого не пускают, но именно вот как раз проводили для компании, которая, ну, как-то там является владельцем, не владельцем, в общем, их туда пустили, и там были, ну, такие прикольные объекты, там какие-то, типа, медицинская, ну, медпункт, да, там вот эта змея там на каком-то там бокале, какие-то там из мозаики выложены, там, чайки, ну, в общем, это какие-то интересные вещи, и мы-то приехали со своим, ну, реквизитом туда, да, но там были настолько какие-то прикольные вот такие деталюшечки, что мы их тоже обыграли в заданиях квестов. А вам кто-то помогает взагалі це все створювати? Чи ви один розум такий великий на всіх? Ну, я, жена і ще ребята, які з нами там працюють, соответственно, всі разом. Да, то есть тоже видят какие-то идеи, включаются, да, предлагают и, соответственно, это все. А використовуєте ви якісь тунельні місця, де просто під землею можна щось шукати, чи замки, ну, от в ваших роботах? Скажем так, такие раньше, да, больше использовали, да, ну, есть просто специфика, есть разные квесты, есть, например, есть там, там типа дозора квесты, это ночные, да, там автомобильные, такого плана, я раньше в них очень активно играл, и мы создавали квесты, но это как бы всему свое время, да, скажем так, вот этот ночные дозорные игры поиграли, да, наигрались, немножко перешла в другая специфика, то есть, возможно, они там сейчас происходят, вот, но... А на что вот, вы зараз переключились? Сейчас вот больше, скажем так, в тех автомобильных квестах там больше разгадать, доехать ночью, где-то там полазить, найти код. А у меня сейчас специфика больше такие технические, то есть, что люди прибегают, нужно что-то куда-то там вставить, там куда-то покрутить, там где-то воды налить, где-то там проводок соединить, где-то вот такие тактильные вещи, да, скажем так, и людям это нравится, вот не так, просто там... Так, зараз вы мне рассказываете, мне тоже захотелось это, но я думаю, что, возможно, не все впорают. Бо чоловіки, може, знають, там деякий там, дротик треба з'єднати з яким, і що буде. Да. А дівчата з'єднають, і все згорить. Ну, може бути і так. Є взагалі інтересний момент. У мене там є такий паровий двигатель, задання. И девочки там, допустим, там стоят, не знаю, они сразу так немножко, ну там что-то какая-то железяка крутится, они как-то так стоят, ну типа не наши, не наши. А потом ты что-то спрашиваешь, типа как вот называется вот эта вот деталька, и, допустим, девочки говорят, маховик. Потом... Это я сказала? Это я сказала вот так вот. Я знаю это слово. Вот так, такая интересная реакция. Потом они так втягиваются и начинают там, да-да, вот это свеча, это там искра, это там все. Ничего себе. Так что... Для девчат, возможно, еще цікавіше запустить, да, самое, сделать то, что никогда в жизни ты не делал. Так? Да. Але десь, может, краем в ухо десь чув, что там десь таке було. Где-то там с третьей полки достать тайные знания, которые были в школе. Это тоже цікаво. Для хлопцев, возможно, цікаво щось в жіночій тематиці зробити. Так? Да. Чи бували такі експерименти? Ну, больше немножко такое мужское, можно сказать, направление у меня, да, как бы, ну, девушки тоже активно принимают участие, вот, например, тот же сапер игра, да, к примеру, там, где нужно там открывать ячейки. Это страшно. Ну, выглядит страшно, и все такие, типа, ну, вот, мы знаем эту игру, но мы никогда не понимали, как в нее играть. А вот когда начинают здесь, вот, начинают понимать, что в этой игре есть смысл. То есть то люди играли в компьютерную версию, да, у меня она в большом варианте, когда там неправильно открываешь, ну, попадаешь на мину, там загорается огонь, дым, как бы, ну, людям тоже нравится. Не просто там циферка, да, еще что-то, огонь пошел. Это же вам треба все это сделать, чтобы оно там все запалилось, горело. И это взагалі, мне кажется, для таких робіт, для грандіозних, треба вкластись.
добре, да. Так. І не завжди є реквізити, які от прям тут можна знайти, чи просто їх відтворити. Треба замовляти, треба дивитися, шукати, що підійде, що не підійде. А якщо буде дощ, наприклад, то як тоді бути в такій ситуації? Ну, тобто, як ви все це плануєте? Ну, реквізит создається заранее вдома, да, в мастерской, соответственно, все это дело приводится. У вас там все горить, палає? Не, ну, все это... Во время экспериментов, конечно, да, когда тестировали с тем же сапером, непонятно, какое количество оно было там смеси, там, да, вот так вот где-то оно там стояло, где-то там поджигали, там, как оно там это, вот, экспериментировали. Ну, сейчас уже понятны там составы, как бы все это, вот. То есть, да, понятно, что эксперимент там проводится, делается, ну, потом это все собирается, привозят на локацию. А так бувало, щоб ви замовляли якісь деталі десь через інтернет чи десь у знайомих шукали це да, все? Так, звісно, деталі іщуться, щось в Китаї заказується, щось тут по магазинам, соответственно. Ну, по суті, це все механіка, где-то електроніка. То есть, где-то, ну, просто как, буває щось проще здесь купити, буває щось, я розумію, що якісь розходні матеріали там заказуються в Китаї, поки воно там місяць доїде, к нему там очередь дойде, да, скажем так. У вас же ідеї десь сидять в голові, так? Ви ще їх не всі розкрили. Так, ну, на декілька квестів наперед, так? Да, чи є такі, з якими вже хочеться працювати, а чогось не вистачає, щоб їх втілити в життя? Времени не хватает. 25 часа в сутках. Ну, идеи есть, да, как это все реализовать. После, допустим, там сейчас делается вот следующее задание, потом там дальше. А, идеи есть, ну, как бы их нужно брать и делать, да, вот. Часто в жизни я понимаю, что многие вещи, которые ты видишь там в компьютерном каком-то виде или в каком-то эскизе, какая-то заметка, вот ее нужно взять и сделать, да, это, ну, как бы не то, что самое сложное, но на это нужно время, с материальными предметами, да, поработать, именно заказать, купить, там, приготовить, выпилить, вот это просто занимает время, а так все так, реально. Ну, есть какие-то складности? Чи были квесты, которые вы уже задумали и знали, как их сделать, а вийшла така якась невеличка складність і нічого далі не пішло. Чи бувало? Ну, скажімо, не то, що складності, є просто момент того, що щось робиться, да, щось так пішло далі, да, скажімо так, щось ми бачимо, ну, таке слабеньке завдання по сравнению там з остальними, да, і воно там як-то модифіцирується там, або взагалі там не використовується там, вот, поэтому, потому что это ж, здесь нет четкого рецепта, вот так вот должно быть идеально, да, это экспериментальное творчество, то есть экспериментируем, пробуем, что-то пошло, что-то не пошло, что-то нужно переделать, что-то мы понимаем, что нужно как-то модифицировать, чтобы оно было лучше, что-то просто под какую-то определенную аудиторию, да, скажем так, то есть если это там, ну, какие-то задания, понимаем, что там, ну, опять же, темы бывают какие-то, да, если это тема какой-нибудь там стимпанк, то задание там с космодромом там, ну, как бы не очень вписывается по теме, да, вот, поэтому... Ну, наприклад, стимпанк, так, це взагалі така складна тема, її зробити не завжди вдається навіть фахівцям, які вже працюють в цій тематиці, тобто вони довго відпрацьовують усі деталі, там, як воно десь що з чим буде з'єднуватись, і взагалі, як воно потім в результаті буде виглядати. Так от, у вашому випадку, це ж треба швидко зробити квест. Як ви його по стимпанку вообще интересно, там я захожу в групу тематически, смотрю, там, знаете, как, ну, смотрю, вот что люди делают, нет, все там, кто-то что-то сделал, и все начинают там критиковать, это не стимпанк, это, то есть тут как бы самое тяжелое договориться о терминах, что вообще стимпанк, да, такой чистый, брутальный стимпанк. Потому что у каждого свое видение, кто-то там вставил какой-то выключатель, и все же говорят, а, это не стимпанк. Хотя, ну, человека, что было под рукой, он с того сделал. То есть стимпанка как бы не существует в нашей жизни, это просто альтернативное направление, фантазия, да, скажем так, как, ну, развивался, да, бы, да, мир, если бы широко получили направление паровые двигатели. Поэтому здесь фантазировать можно как угодно, говорить стимпанк, не стимпанк. То есть я, соответственно, тоже на свое усмотрение, насколько мне позволяла фантазии там сделать, допустим, паровой двигатель, да, и он там у меня там работает, то есть там крутится, но тоже можно там придираться, говорить, что вот это не стимпанк, поэтому. Ну, а есть такие скептики, которые приходят до вас и что-то могут критиковать? Чи переважно це люди, які повністю з вами на одній колії йдуть і віддаються тому, що ви їм пропонуєте? Люди нравятся, соответственно, они участвуют, то есть им нравится. То есть
критики нет, как бы, соответственно, вообще интересно, что даже те задания, бывает так, что там задание, которое мы считаем какое-то простое, какое-то элементарное, да, скажем так, людям нравится как-то намного больше, чем какое-то другое сложное задание. Но им что-то там запоминается чем-то, да, там есть задание там ёжик, да, оно такое простейшее, но там нужно вставить шпажки. И вот мы привезли кучу всего. И это было одно там из заданий, такое как бы соединяющее. И просто человеку запомнилось, как он, знаешь, в ёжика тыкал палочкой. Просто ему, он не помнит все остальное, но помнит, как в ёжика тыкал палочкой. Поэтому... Це все дуже весело, так? Коли да, особливо да, компанія вже готова до розваг, да, вона готова вже зібратися з мізками і об'єднатися. Тут дуже добре, що ви створюєте отакий, таку площину, де люди можуть об'єднуватися в команди да, і бути заодно. І тут от якраз та групова робота, вона, мені здається, найкраща на результат. Людина може будь-до чого бути готовою, тільки щоб перемогти, щоб стати першим і кращим. Так? Да. Ну і, звичайно, що я пам'ятаю тих ті яйця, які треба було ловити. Ну це взагалі, мені здається, що такий у вас шедевр вийшов. Ніхто, до вас ніхто цього не додумався зробити. Це ви тільки. І таких зараз у вас вже багато ігор, так? Да. Ну, мені подобається створювати щось нове таке, щось не похоже. Ну, вот именно вот реализовывать такие идеи, что ну, такого, ну, вот именно сам процесс создать что-то новое, да, то есть понятно, что оно может быть где-то ассоциации на что-то там найти, но в целом нравится какой-то придуманный такой формат, вот как с яйцами, там, ну, остальными вещами, да. Ну, это просто неимоверно, и я думаю, что люди, звичайно ж, будут захоплені, потому что, ну, где они, так они десь там потыкали эти яйца, звичайно, да, что вовк ловив, але что не вы, и когда... треба, чтобы они не разбились. Да, когда именно с очком ловишь яйцо, и натурально живое яйцо, оно там бьется, разлетается. Ну, это люди, просто значит, так. Люди, иногда не верят, что настоящие сырые яйца. Да, когда они бегут, оно там летит. Треба бігти, щоб... И зараз вони продовжуються, оті найулюбленіші квести. У вас вони є в арсеналі, так? Да, есть. Ну, мені здається, що вони найзапитаніші. Ну, такі от відомі вже у вас квести є. Есть, да, есть просто формат, это больше развлекательный. Волк ловит яйца, это больше развлекательный, скажем так. Да? То есть его можно обыграть в квестовую часть. Соответственно, когда там, допустим, половили яйца, ну, больше развлечения, но там, допустим, среди там, или там на яйце мы там пишем что-то, да, и когда они словили яйца, потом там раз-раз там составили ну, какое-то слово или код, или ну, что-то дальше по сценарию. Да, тобто це так, один із елементів великого квесту, до якого треба ще дійти. Да, да. Ось, і розвага, і в той же час да, така робота для нашої мозкової діяльності. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні, пане Ігор, справді дуже цікаво. Надзвичайну роботу ви проробили, і мені здається, що вона взагалі нас усіх якось там стимулює. Стимулює до, не до рутини, а до чогось особливого. Яким-то розвлеченням, мозковим яким-то діяльності. Якісь думки, так, десь піти пригадати щось, десь, можливо, в дитинство поринути. Тому що є багато таких у вас елементів квесту, де людина може себе відчути в різних епохах і взагалі іншою людиною, можливо. Я вам дуже дякую і хочеться побажати вам великого успіху, нехай все вдається, нехай народжуються нові ідеї, буде більше квестів. Ну, а ми, звичайно, будемо слідкувати за усім, що відбувається у нашому спільному, суспільному житті. Зустрінемося за декілька хвилин.